Алло. Привет, Сонь, как дела? Да все никак не могу разобраться с этой самостоятельной по математике. Совсем не понимаю эти производные. Слушай, у меня есть знакомая девочка, она шарит в математике. Хочешь, я с ней договорюсь, она поможет самостоятельной. Ну, это было бы круто. Хочу, конечно. А это платно? Ну так, чисто символически. Ладно, спасибо, Алён. Пожалуйста, я дам ей твой номер, она сама тебе напишет. Жди. Окей. Лучше прессую тогда. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Света, перезвони. Моей подруге нужна твоя помощь. Привет. Тебе нужна помощь? Да, помоги мне, пожалуйста, с математикой. Я не очень понимаю производные. Ты здорово рисуешь. Спасибо. А откуда ты знаешь? У тебя на аватарке рисунок. Это же ты нарисовала? Да, я. Так что насчет математики? Сможешь помочь? Конечно. Тебе скинуть задание? Давай. Я решу и напишу тебе. Окей. Кстати, я тебе хотела кое-что передать. Что передать? Скоро увидишь. Кто там? Кто там? Уходите сейчас же! Я сейчас вызову полицию! Thank you.
Ну что ты смотришь? Открывай скорее, это тебе. Ты где? Дома. А чего тогда мне не открываешь? Это ты стучишь, что ли? Я, конечно. Алена, там кто-то во дворе. Кто? Тут никого нет. Точно? Ну точно, конечно. Что случилось? Сейчас открою. Ходи скорее. Что с тобой? Опять паранормальщина? Алена, твоя подружка сумасшедшая или какая-то маньячка? В смысле? Она ломилась ко мне в дверь и какую-то коробку подкинула в окно. Какая еще подружка? Ну это, математичка. Сонь, ты сейчас про Свету, что ли? Я не знаю, как ее зовут, но она неадекватная. Она мне пишет, чтобы я открыла эту коробку. Зачем ты дала мой номер этой ненормальной девчонке? Сонь, я вообще ничего не давала. Я не смогла дозвониться до Светы. Что? А кто мне тогда написал? Понятия не имею, но точно не Света. Она хорошая девчонка, да и нет у нее твоего номера. Как? Значит, это... Открой коробку. Кто ты такая? Разве ты не знаешь? Нет. Открой коробку и узнаешь. Отстань от меня! Объясни, пожалуйста, что здесь происходит? Я не знаю, кто мне пишет. Но очень похоже на то, что я нарисовала. Кто это? Я не знаю. Как не знаешь? Это же ты нарисовала. Этот образ вдруг пришел мне в голову, и я решила нарисовать. Это вымышленный персонаж. А что ей нужно? Да не знаю я. А что за коробка? Вот она. Она подложила мне ее на окно. И что в этой коробке? Понятия не имею. Давай посмотрим. Может, что-то прояснится. Ладно. Это же тот самый веер, как на аватарке. Эллисон, 16 лет, 1922 год. Ровно 100 лет назад. Она что, существует? Ты же говорила, что выдумала ее.
Я не понимаю, как такое возможно? Я придумала ее сегодня. Это нереальный персонаж. Что еще за Эллисон? Откуда она взялась? Может, ты когда-то ее видела? Или слышала о ней? Нет, никогда. Ты уверена? Да. Я не понимаю, как она может существовать в реальности? Что это все означает? Смайлики какие-то. В переписке она мне тоже постоянно смайлики присылала. Это же смайли! Любимый брат, 1934 год. Смайли ее брат? Не очень повезло с родственниками. Фу, что там? Даже страшно представить. Смотри, он замазан чем-то, похоже на засохшую кровь. Может, не будем трогать его? Надо, а иначе мы не поймем, что ей нужно. А вдруг там что-то очень-очень нехорошее? Фу, гадость какая! Сумасшедшая семейка! Это кукла! Терпеть их не могу! Давай выбросим все это! Да, ты права. Пошли во двор, отнесем это все в контейнер для мусора. Завтра папа приедет, и я попрошу его все это сжечь. Надеюсь, ты останешься со мной на ночь, а то я с ума сойду со страха. Конечно. Надеюсь, это Эллисон больше не будет тебе писать. Математику не сделала, так опять еще и вляпалась в историю. Может быть, это чей-то глупый розыгрыш? Хотя, о чем это я? Конечно же, нет. Может, я знала ее в прошлой жизни? А может, Кира? Точно. Да может быть, она. Ты снова Эллисон. Что ты думаешь, отвечать ей или нет? Мой ответ нет. Заблокируй ее и не отвечай. Я ее уже два раза блокировала. Нет, мы должны узнать, что ей нужно. Что это? Я не знаю. Это же спальня родителей.
Что тебе нужно? Соня, что это было? Сестра Смайли. Она в доме, Соня, надо что-то делать. Соня? Мама, пожалуйста, срочно вернитесь домой! Что случилось? В нашем доме кто-то есть! Кто? Я не знаю, кто-то прячется в вашей спальне. Нам страшно, мы закрылись в моей комнате. Соня, мы едем! Гриш, срочно разворачивайся! Давайте скорее! Что же делать? Надо выпрыгивать в окно. Тут находиться опасно. Там очень высоко, нам нужна веревка. Можно сделать из простыни. Привяжем к чему-нибудь и спустимся. У тебя есть простыни? Да, есть. К чему привязать-то? К батарее? И к ручке окна? Нет, не годится. Надо к чему-то крепкому, чтобы выдержало вес человека. У меня ничего такого нет. У меня идея. У меня во дворе есть лестница. Давай так. Одна из нас крепко держит простыню, а другая вылезает и приносит лестницу. Хорошо. Кто первый полезет? Давай ты полегче. Ладно. Алена... Мы что, в носках полезем? У меня же есть тапочки! Алена! Алена, ты где? Алена! Не пугай меня, отзовись! Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайк. А также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии и в описании под этим видео. Там я рассказываю, когда выйдет новое видео, а также вы можете увидеть там спойлеры к новым видео. Так что обязательно подписывайтесь, там весело. А спонсоры моего канала это я, Соня, Денис Хита и Хесус Абгэн. Спасибо за просмотр, друзья, и до встречи на канале Непета.